Ребятушки, всем привет, всем доброе утро. Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Вот такая у нас погодка классная, морозно, но солнечно. Как говорится, солнце светит, но не греет. Эдик снег чистит. Я сейчас готовить буду. Сейчас переключу вас на Эдика. Вот, 48 годиков сегодня. Поздравляли, Эдик тоже все читал, все комментарии. Всем-всем спасибо вам за поздравления, за внимание уделенное. Да, всем спасибо большое. Кто мне пожелал всего хорошего, всем того же, еще в 100 раз лучше желаю. Чтобы все здоровые были, никто не болел. Всем доброго дня. Как здорово. Хотя бы недельку не таял бы еще снег. А вообще надо это как-то выйти. Снеговика может слепить. Кого? Снеговика. Это не такой снег. Он не будет, да, лепиться? Ну, он, видите, да, пушистый. Он даже коркой не взялся. А, кстати, что-то и не слышно. На горке дети катаются или нет? Здесь вот, видите, все расчистили. А кто-то есть, вот прям весь снег со двора вывозит. Даже видела, вот это капот от машины. Туда складывают и на веревках тащат и вывозят за двор. Ну, тут у нас так не получится. Вот эти кучи, там все это. Это когда уже двор ровный, да? Можно тогда весь снег. Да, уже туда сваливать его. Да. Красотища. Ну, пойду на улицу посмотрю, что там. Вот там около двора тоже надо почистить. Хотя бы чуть-чуть. Ой, прям скрипит под ногами. Я тебе дам. Здесь у нас, видите, в переулках никто не чистит. Так вот, накатали сами. Вот и все. И все чистило, как говорится. Прелесть. Ладно, что-то я подмерзла. Пойду-ка я домой. Ну что, ребятки, я тут уже хозяйничаю. Печку помою, опять заляпала все. Вот не получается у меня это все дело аккуратно. В общем, что я сварила уже свеклу. Морковку сварила. Вот. Сварила яйца. Буду делать, ну я уже говорила вчера, 2 салата. Это как селедка под шубой, только с сардиной. Картошку сейчас тоже поставлю варить. Что-то я вчера говорю Алине. Алина, говорю, поставь свеклу и морковку. А картошку надо, чтобы было все вместе сварить. И сейчас отдельно сварю картошку. И этот. И крабовый тоже сделаю. Сейчас все почищу. Ну так, не спеша. Это ближе к ужину я так подготовлю. Вот, яйца сварила тоже. Это на этот... На что? На крабовый. И сейчас на завтрак, и на крабовый как раз. Эдик вот в магазин ездил. Хлеба привез. Комуська не хотела сегодня уходить в школу. У папы же день рождения, я хочу дома остаться. Я говорю, нет, дорогая, 2 дня у них осталось им учиться, и у них будут каникулы. Я говорю, нет, 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 давай иди в школу. Ну вот, печка когда чистая, и приятно дальше делать какие-то дела. Курицу тоже не достала вчера с морозилки. Забыла, достала утром, а она вся леденючая. Может, отойдет. Я хочу ее целиком запечь в духовке. Замариную. Может быть, с картошкой. Или картошку отдельно. Ну, короче, я не знаю, что хочу. Я вот думаю одно, а в самый последний момент начинаю готовить совсем другое. Так, ну все. Чистота.
5 картошек поставлю сейчас варить. Вот так, все. Я тоже сейчас все начищу, и будет красота. Тимур все, пошел в школу, мы переболели, ну как-то так, знаете, быстро. Что-то нас так как-то прихватило, просто был насморк. Все, этот, ни температуры, ничего не было. И сегодня я его отпустила, первый день пошел в школу. Ну что, сейчас 2 дня походит, и каникулы. Может, на каникулах куда-нибудь вывезем их. Едет мне на подмоге. Воду выносит. У меня здесь ведро стоит под раковиной. Так в ведро сейчас всю воду и сливаем. И выносим на улицу. Ну, там жирное такое от посуды. В унитаз тоже что-то ту канализацию не хочется жиром забивать. Уже потеплеет. Разберемся, что здесь будем делать. Скорее всего, я так думаю, что новую канализацию отроем. Вчера девчонки комментарии читала. Один комментарий меня повеселил, так говорят этот. У вас, говорит, какая-то вообще непонятная погода. То вы, говорит, бетон льете, заливаете, то от снега откапываетесь. Ну да, у нас так вот. То бывает прям жара такая, то такая переменчивая погода. Ну, снегу я рада. Обалдеть, как ребенок. Комуська приходит со школы, тоже вся красная, нос красный, щеки красные. Видать, еще пока со школы идут, там тоже снегом обкидаются. Так, не, я сейчас, наверное, почищу. Сейчас сначала позавтракаем. На завтрак что будет? Яйца, чай и масло сливочное, что я вчера покупала. Вот, а потом уже остальные все дела. Крабовые, девчонки, я делаю с рисом. Вот как много-много лет назад еще мама делала с рисом, так же я и продолжаю. Кто-то там огурцы свежие добавляет, ну много кто что импровизирует. Я вот по старинке. И мы и так все привыкли уже. Пущу на него, ну не знаю, стакан риса сварю и 7, наверное, яиц пущу туда. Пачку крабовых я взяла и 1 кукурузу. Лук зеленый добавлю. Ну что это, я такое не буду вам, девчонки, показывать, что это за салат. Остальное все, вот что буду делать, покажу вам. Так, Эдик, ты будешь чай? Эдик сидит там. За кадром. Телевизор смотрит. Не, классно с телевизором сейчас. Муз-ТВ включим. Сидим, как говорю, в кафе. Ужинаем. Я говорю, как в кафе сейчас сидим. И музыка играет. И передачи всякие смотрим. Ну, я вообще не любитель. Я больше вот в интернете. Ну, так мне главное, чтобы что-то тарахтело, что-то жужжало там. Ладно, девчонки, сейчас позавтракаем. Что будем делать, покажу вам. Так, ребятки, ну что, я салат делаю этот с крабовыми. Порезала туда яйца, палки крабовые, рис промыла. Видите, прям рисинка в рисинку не переварила. Прям сама то, кукурузу. Но заправлять не буду. Уже перед подачей на стол, тогда я заправлю его. Так, воду слить. А, девчонки, смотрела какого-то тоже ролик какого-то блогера. И, в общем, она тоже делала салаты. По-моему, этот, оливье. И вот прям не сливая воду, все туда вот так налила. Думаю, блин, ну как так? Как так воду не слить? И этот, и не одна я заметила. Потом в комментариях много ей кто писал. Так. Уже солить, перчить буду тоже все потом. Так, и рис. Все. Чуть-чуть сейчас перемешаю, крышкой накрываю. Пускай.
пускай до вечера стоит. И, допустим, за час до того, как поставить на стол, добавлю сюда заправку. А салат второй чуть-чуть у меня откладывается. Вчера были в магазине, я не взяла майонез с дозатором. Хотя смотрела на него, потому что я хочу сделать сеточкой. Но забыла. А Эдик тоже пошел с утра в магазин за хлебом. Я говорю, этот, будешь идти, говорю, майонез вот этот возьми с дозатором. Вот, вчера были в магазине, что-то не взяла. Ладно, говорит, возьму. Ну и что, пришел, тоже забыл. Теперь уже дети придут со школы, тогда сходят. И тогда второй салат переносится чуть попозже. Так, лук тоже вот сюда. Лук зеленый добавила. Еще вот до сюда вот эту часть добавлю во второй салат. И вот эти уже оставлю. Помидоры, огурцы, где будут лежать, туда положу. Все, накрываю крышечкой. Это та чашечка, что мы с вами покупали. Я вот такие вот чашки люблю именно под салаты. Вот, чтобы ни запахи, ничего не распространялись. Я накрыл плотненько и все. Ну, вот такой вот красавчик получился. Самый, что ни на есть, обычный. Так, и на курицу сейчас сделаю, чем я ее обмажу. Но еще рано. Она еще, ну, так отошла, но не до конца. Так, сметана. Сметана. Короче, вот это масло, что я вчера брала, вологодское. О, две крышки, Ленки, на сметане. Две крышки. Первый раз такое. Этот. Ну, вот чабан лучше, нам больше понравилось. Оно какое-то не сладкое, какое-то вот, не знаю. Сейчас не разберешь, вот какое масло покупать. Вот эти спреды придумали. Раньше не было такого, да? Вот раньше было просто масло, было просто молоко. Сейчас пошло там процент, беспроцентный, 6-7%, 1%. Раньше, вот я помню, еще в детстве бочка стояла. И мы ходили вот в этой бочке с банками, за сметаной. И не было никаких процентов жирности, абсолютно ничего. Так, сметана, соль, паприка. Соль чесночную не буду, потому что чеснок горит. Горит в духовке. Так, и черный перец. А соль, наверное, я еще добавлю. Так. Вот такая вот получилась. И все, сейчас это перемешаю. И дело подойдет, когда курицы обмажу и целиком запеку. Хотя я целиком никогда, обычно я его порционно как-то режу. Почему я так захотела? Ну, наверное, просто, чтобы на столе красиво смотрелось. Хотя этот, так готовлюсь, как будто бы что-то грандиозное такое будет. Ну, не знаю, своих же тоже хочется порадовать. Мы, девчонки, на кухню кровать принесли, поставили. Такая белая, знаете, железная. Как в больницах, что ли, вот такие вот кровати. У нас сарай, она стояла. Поставили. И теперь лежим здесь. Вон эти, лежит телевизор, смотрит на кровати. Все, вот такая вот намазка получилась. Намазка за маска. Так, что мне еще надо делать? Вот все у меня тормозит, сейчас бы второй салат сделаю и все. И осталась бы только эта курица с картошкой. Овощи сейчас просто эти почищу, подготовлю. И Тимур или Алина, кто раньше придет со школы, быстренько мне купят майонез. И все, я вам покажу потом, как этот салатик буду делать. Девчонки, вы меня много спрашиваете за вот этот отпариватель. Как он называется? Смотрела, смотрела, как называется. Нету названия здесь, коробку я выкинула из-под него. Но они дешевые, я уже говорила, что они стоят, по-моему, даже 800 рублей не стоят. Зайдите вот сейчас распространенные такие вот странички в Инстаграме, товары для дома, там, вашего региона, да, везде, везде сейчас их продают. Мы очень довольны, вообще дети теперь у меня гладят сами, я теперь не боюсь, что они что-то у меня подпалят, что-то сожгут. В общем, названия нету. Куда коробку я выкинула, а по всему этому вот есть что-то, ну, это инструкция там, да, как им пользоваться, но нету названия, забыла я, как он называется. Просто ручной отпариватель. Вот, а занавески вообще просто на раз-два он разгладит, рубашки. Ну, конечно, что-то такое тяжелое, допустим, да,
Да, мне кажется, и тяжелая тоже, но мы еще не пробовали. Тяжелая тоже, мне кажется, разгладит. А так очень довольна вообще. Классная штука. Советую вам.